Всем здравствуйте. Ролик, который будет показан сегодня, это третий и, возможно, уже будет последний ролик о содержании щегла в клетке. Значит, у меня вот чуть больше 2 месяцев живет щегол, у которого был обнаружен вот такой дефект, связанный с его возрастом, а именно запрокидыванием головы. И при всех моих попытках и желаниях этот дефект не устранился. Из-за этого было принято мной решение выпустить птицу на волю. Прежде чем выпустить птицу, я бы хотел рассказать о щеглах. Значит, это довольно-таки красивая птица. Как и самки, так же и самцы. Они абсолютно не отличаются по окрасу. Красивое пение. При желании и терпении птицу можно обучить многим трюкам и приручить. В питании птица довольно-таки разборчива. То есть, если вы смотрели ролики, которые были сняты ранее, видно, как птица ест неаккуратно, разбрасывает зерно. К зелени абсолютно относится нейтрально, вот именно вот данная птица. Самец, который держался у меня ранее, зелень как-то поклевывал. Но вот из всего корма хочу вот именно сейчас вам показать. Это вот как ему полюбился вот такая пищевая добавка фирмы Padovan. Она имеет такой коричневатый цвет и запах такой древесных опилок. Это комплексный корм для насекомоядных птиц с узким клювом. Является полноценным питанием с насекомыми и небольшими ракообразными витаминами и аминокислотами. Очень хорошо поедается щеглами, ну и не только щеглами, как вы видите. Единственное, что такие корма надо давать изначально по чуть-чуть, добавляя к основному зерновому корму. Сразу птица это не ест. Но после того, как они ее распробуют, они с удовольствием ее поедают. Продается она в такой вот упаковке. И вот именно вот так вот выглядит. Поэтому, если у вас есть возможность приобрести такой корм, обязательно покупайте. Вот она! Свобода! Но он обещал вернуться.